Вот сижу, друзья, я пью свой кофеечек и понимаю, какая же непредсказуемая жизнь. Вчера я проснулся в 9 вечера, сегодня я проснулся в 5 утра. График у меня просто вот такой вот, сумасшедший абсолютно. Ну что, третья серия? FIFA с кумирами, друзья. Бью все рекорды. Кто там шутил, что рубрика продлится 1-2 серии, уже третья. Спасибо, в первую очередь, вам за вашу активность. 6000 лукасов смотивирует меня поскорее записать четвертую часть. Угу. Так, на чем мы остановились? На том, что я поймал себе геройчика в состав. Лизаразу. Сегодня мы откроем еще одного героя. Перед этим непосредственно рассказав вам про Викинлигу, которая прошла у меня на этом аккаунте. И гол, друзья, который я забил, сведет вас с ума. До этого у меня самым красивым голешником считался вот этот вот. Пауэршотик Западольски. Ну, невероятный гол, согласитесь. И гол, который я сегодня забил, наверное, может посоревноваться даже с голешником Габриэля Акболнахора. Вы мне поверите, если я вам об этом скажу? Скорее всего, нет, но по порядку. А в порядке очереди знаете у меня что? Реклама! Спасибо огромное моим друзьям из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте можете найти множество спортивных дисциплин. Если вам нужно, можете скачать удобнейшее мобильное приложение. Ну и про бонусы не забывайте. Сейчас действует акция 2024. Все ссылочки будут в описании. И, внимание, конкурс! Как вы знаете, я обновил свой сайт по продаже игр, монет, бустов. И в честь этого я решил сделать розыгрыш. Разыгрывается 1 000 000 монет, EFC, различные подписочки. Все, что вам нужно, это подписаться на телеграм-канал и нажать кнопку «Участвовать». Подпишитесь на мой телеграм, там будут все условия. И, соответственно, на телеграм-канал моего магазина. Всего-то навсего один клик может порадовать вас. Я не знаю, друзья, видно по мне или нет, но я как будто бы как-то свежее выглядеть стал. А вы знаете, с чем это связано? С тем, что я не бью уже... Не бью. Кого я не бью? Не пью уже 20 дней. Никакого алкоголя, только антибиотики и кофеек. Так вот, что касаемо Викинлиги. Первый раз на этом аккаунте я сделал 9 побед. И дал себе обещание, что в следующий раз я не ударю лицом в грязь. Ну и в целом так и получилось. Особо даже рассказывать нечего на самом деле. Были там, да, какие-то интересные, прикольные матчи. Матчи. Почему я так разговариваю, как дурак какой-то? Так вот, были всякие прикольные матчи. Возможно, какие-то моментики вы видите на экранах. В целом, хочу сказать одно. Сорлот — это бог. Все, что я хочу сказать. Возможно, вы думаете, что я какой-то сумасшедший драчу на карточку за 20 тысяч. Но нет, зайдите на Футбин. Под карточкой там есть комментарии, и вы можете сами почитать, как чуваки просто восторгаются этой карточкой. Кто-то пишет, что там Мбаппе на скамейку посадил ради Сорлота. Реально, это невероятный нападающий, у него голова, у него эриал, у него тривелла, у него финессы, он бежит, он бьет, 5 на слабый, что нужно еще требовать от карточки? Уровень удовольствия примерно как от Подольски. Возможно, чуточку даже больше. Вам, наверное, всем интересно, или не интересно, я не знаю, какой я результат сделал. В прошлый раз у меня было 9 побед, ну, точнее 10, но по факту 9. А в этот раз я сделал, друзья, приготовьтесь, 11. Это тот результат, к которому каждый должен стремиться. Я 1001 раз повторял и буду повторять, что больше 11 побед не имеет смысла делать. Так, Вернер, Неймар. Хорошо. Сорлот лучше. Ой, Сорлот. Ну-ка, Сорлот. Найс, как я тебя обожаю. Сорлот. Блять. Просто восхитительный. Просто восхитительный. Опять хит-трик. ГГ. 11 побед. Так, собственно, давайте попытаемся улучшить мой сквад. Что бы я поменял? Однозначно полузащиту и защиту. Ну, либо какой-нибудь рейтинг на будущие сборки кумиров. Поехали. Первый пик открываем. Опа. Так, второй пик открываем. О, промо. Блин, это зубастик. И третий пик. Ну, дайте что-нибудь из промо. Ну, понос. Так, один из четырех компаний. Так, открываем. Как будто бы надо Педро Пора брать, да? Сори, Беллерин. Но тут есть парень, у которого все статы круче. Но Беллерина сливать нельзя, потому что, смотрите, сколько опыта можно получить. И Колу Мани составчик займить. Только надо еще дойти до Маккини 89-го и до Инсинья. А это еще очень-очень много опыта. А я пока что неопытный. Так, награды за Викинлигу. 12 различных наборчиков. Все показывать не буду, но если что-нибудь прикольное упадет, вы об этом узнаете. Ну и 2 85-х продаваемых. Ну, пожалуйста, дайте цветное.
Модрич вместе с Алисоном. Ну ладно, какие-то монеты мы залутаем. Ну что, две викендиги отыграно, теперь у меня на аккаунте 140 тысяч монет. Можно ли говорить, что это успех? Ну, хрен его знает. Так, ладно, 4.84, поехали. Опа, цветное. Давайте смотреть, швед, ЛЗ. Это Рольфа. Пожалуйста, за Рольфа что-нибудь интересное. Хорди Альба. Давайте крутанем еще 5.84. Опа, это двойной, ничего себе. Кимих плюс Бензема. Слушайте, нормально так крутанул, я доволен. Хороший рейтинг насыпали. Давайте еще крутанем, пока везет. Так, слушайте, хорошо так везет, чего? Я смотрел на этот волкаут, я такой думаю, блин, ну Дибала, ЦФД. Хотя изначально подумал Месси. Вау, это эпичный пак, друзья. Месси плюс Дибала, два аргентинских ЦФДшника. Как такое возможно? Лол. Еще и информа дали. Но это, пожалуй, мой лучший пак 5.84. Вот прикольно, вот на таких аккаунтах всегда вот радоваться мелочам. Хотя, мне кажется, я даже на основе порадовался бы такому пакетику. Ну, слушайте, раз такая гулянка и мне такие рейтинги падают, давайте соберем скампик 88+. А вдруг? Ну, тупо рейтинг беру. Слушайте, если и здесь сейчас что-нибудь упадет, я, получается, сегодня сорвал джекпот. Ну, слушайте, хотя бы спешилку дали. Ну, а так, в целом, пак, конечно, предыдущий не перебьет. Все, рейтинга так много навалило, что я на радостях сейчас соберу себе еще одного героя. Можно рубрику уже переименовывать не FIFA с кумирами, а FIFA с героями. Месси, Дибала, спасибо вам, пацаны, за то, что заскочили на мой аккаунт. Благодаря вам я собрал еще одного героя. Хочу какого-нибудь СЗшника, либо ЦПшника. Пожалуйста, игра, услышь мои молитвы. Так, первая карточка, физуха 74. Ну вы понимаете, друзья, ну вы понимаете, это не может быть что-то плохое, наверное. Ой-ой-ой-ой, это что, друзья? Так, тут время погадать. 90 скорость, 91 удар и 93 дриблинг. Ну это ж не может быть что-то плохое. У него циркач и рапид плюс. Блин, я чуть не знаю даже, кто это. Бролин, может быть. Кстати, Бролин? Да, это Бролин. Я что-то порадовался раньше времени. Сколько он стоит? Чего? Мы что, на стадии конца игры? Почему карта с такими статами сумасшедшими стоит 70 тысяч? Так, ладно, поехали. Вторая карта. Может быть, кто-то покруче будет? Сомневаюсь. Подождите, это может быть Рамирес? Либо Маркизио, кстати. Ага. Хлебало на ноль. Это Риса. Вот заскамил. Так, ну и последняя карточка, это опять какой-то бегунок Лизаразю, который у меня уже есть на аккаунте. Да, друзья, Бролин, это интересно, наверное. Блин, ну я вот просил что-то в центр поля или в защиту от того же компании, я бы не отказался. Они дают мне Бролина, и куда тебе одевать Бролин? Кстати, у Бролина все статы круче, чем у Винисиуса, кроме пейса. В целом можно вот так вот сделать и вот так вот. Так, в программе скампик, в котором я поймал Винисиуса Джокера. Чисто рейтинг сбираем Харикане. Ну и что, друзья, у нас пополнение. Первым геройчиком у нас был Лизаразу. Вторым геройчиком стал Бролин. Ощущение, как будто бы могло быть и лучше. Карточка 80 тысяч стоит всего-навсего. Два матча, 1 плюс 4. Реализация – кошмар. Я честно не знаю, как он будет впредь играть, но пока это вот что-то уровня Санчеза. Ну ладно, 1 плюс 4, дам ему шанс еще. Ну и теперь, друзья, возможно то, ради чего вы пришли сюда. Увидеть мой самый красивый гол в UFC 24. Это было на трансляции утренней. Да, я сегодня утром стримил, проснулся в 10. Точнее, не в 10, проснулся в 10, запустился, проснулся я в 5. Запустился, пошел играть матчи в кубках. И вот, друзья, я даже не знаю, как передать свои эмоции. В принципе, я вам просто покажу. Так. Так вот. И вот так вот. На! Ебать! Вы это видели? Все, ребята, я забил свой самый красивый гол, мне кажется. Ебать! Ебать! Что? Что? Блять! Не, ну вы это видели? Если не видели...
соболезную. Охуеть. Как чат ожил сразу. Не, ну это что-то на уровне Габриэля Акбалахора, не? Бля, ебать, как у него залетает? На. На. Ебать. Какая красота. В этом году на КФ требую команду, где по-дольски. Че, пацаны, играем на кубке фиферов? Ну что, друзья, я думаю, что после этого как будто бы Подольский кричит прямо о том, чтобы я его не менял, и он играл у меня в основе. Но как это все реализовать, с учетом того, что мне и Сорлот нравится, и Винисиус, как это все линкануть, голова кругом просто идет. Я не ожидал, честно, что мой вот этот вот аккаунт настолько быстро будет развиваться, что состав уже будет выглядеть каким-то невероятным образом. Тут неспроста, кстати, позиция центрального защитника пустует. Мне-то за Викинлигу монеточек налетело, поэтому я решил прикупить себе ДСАИ. Я мог купить Блана, но Блан как-то банально, шаблонно. Решил вот относительно недорогого кумира прикупить и залинковать некоторых ребят. Опять же, не знаю, как это все уместить. Тут вроде и Санчеза хочется оставить. На самом деле, я к нему даже уже привык. Ассистики отдает, и на этом спасибо. В следующих сериях уже буду думать, как что делать. Я надеюсь, что они выпустят уже кумиров. Алло, у меня называется рубрика «ФИФА с кумирами». Яшники, алло, нахера мне вы этих героев пихаете? Так что в следующей серии, я надеюсь, у нас уже будут сборочки на кумиров. А если нет, будем продолжать открывать героев и переименую рубрику «ФИФА с героями». Ну и давайте красиво, эпично закончим сегодняшний видеоролик. Два редких 86+. Звучит невероятно. Вытащи мне кумира, плизики. Давай, Честер, покажи. А за ней кто? Одегар? Одегар, прекрасно. Я иногда забываю, что я бета-тестер, простите. У меня просто кнопка крестик не работает. Я не могу скипнуть волкаут, вы понимаете? Я думаю, на этом прекрасном месте можно закончить данный видеоролик. Надеюсь, вам этот видос понравился. Если так, то оставьте Лукас, классный комментарий, 6000 лайков. Отдельно спасибо хочется сказать моим бустерам. Сейчас я отодвинусь, вот эти ребята. На бусте, кстати, ролики выходят раньше, чем на ютубе. Ну и в целом, если хотите просто меня поддержать, вы знаете, что делать. Все, друзья, всех люблю, целую, чао-какао, увидимся.